Хотите проверить здоровье, но не готовы провести утро в поликлинике в бесконечных очередях? Сдайте анализы в медицинском офисе «Инвитро» всего за 1 рубль. Беспрецедентная цена на услуги действует в Магнитогорске ограниченное количество дней и только в одном из офисов города по адресу Пушкина, 28. Подробнее об акции в нашем сюжете. «Инвитро» – это одна из крупнейших частных компаний на российском рынке лабораторной диагностики. Ежедневно пациентами «Инвитро» становятся более 10 тысяч человек. На сегодняшний день офисы центра расположены во всех крупнейших городах страны. Здесь оказывают целый спектр услуг. Исследования выполняются на современных автоматических анализаторах, а значит, качество результатов гарантировано. В нашей лаборатории «Инвитро» более 1800 исследований. У нас есть также услуга выезда на дом. Результаты можно забрать в любом офисе «Инвитро», можно получить по почте. В Магнитогорске 5 офисов центра «Инвитро». Один из самых молодых открылся чуть больше 2 месяца назад по адресу Пушкина, 28. Комфортные, современные, светлые и просторные залы. В офисе есть и зона ожидания с горячим чаем и кофе, а также игровая зона для самых маленьких пациентов. И, конечно, кабинеты высококвалифицированных специалистов. Кстати, только в этом офисе «Инвитро» на Пушкина, 28, предоставляется услуга ЭКГ. И это не единственное уникальное предложение. В нашем офисе с 19 сентября по 16 октября проходят акции. Вы можете сдать популярные исследования по рублю. Вы можете проверить глюкозу, холестерин, железо, общий анализ крови всего лишь за рубль. Да, вы не ослышались. Каждую неделю в офисе стартует новая рублевая акция. Проверить уровень сахара в крови можно будет с 19 по 25 сентября. Измерить уровень холестерина с 26 сентября по 2 октября. Узнать свой уровень железа с 3 по 9 октября, а сдать общий анализ крови с 10 по 16 октября. И напомним, каждое из исследований стоит всего 1 рубль. Доступность, качество и радушие – это главное конкурентное преимущество «Инвитро». Услуга компании «Инвитро» пользуюсь уже очень давно, обращаясь в данный медицинский офис, тем более открылся на Левом берегу, очень удобно. Спасибо большое, что открыли. Очень удобно, быстро. Результаты уже будут готовы на следующий день. Результаты качественные. Спасибо большое. Здоровье, как известно, не купишь, а вот исследовать свой организм за деньги и предупредить заболевания вполне возможно. Напоминаем, сдать анализы всего за 1 рубль можно будет только в период проведения акции и только в офисе на Пушкина, 28. Не упустите свой шанс. Станислав Юдин, Евгения Салахутдинова, Александр Макаров, телекомпания ТВИН.